Итак, ребят, всем привет. Сегодня второй день. Второй день проекта «Чистка всю неделю». На этой неделе мы будем чистить и продолжаем чистить медные монеты именно при помощи щадящего средства мыла. И каждый день, как я обещал вам в первом видеосюжете, я достаю те самые монеты, которые погрузили. Каждый день достаю, и мы с вами смотрим на результат, на сам процесс чистки. И сегодня наступил именно второй день. Так что смотрим внимательно и наблюдаем, что происходит с монетами. Итак, достаем наши монетки. Так, как достать-то? Жидкость у нас в виде вот такой субстанции. Сейчас немножко придется повозиться, прям жестоко. Монетки находятся на самом дне. Ты, блин, что-то я переборщил, конечно. Ох, нет, ребята, мне будет неудобно все это дело делать. Мне нужно все это вываливать, потому что монеты легли прямо на дно. Вот так вот. Вот он, Катин пятак. Достану я Катин пятак. Что у нас тут? Пока ничего вы не увидите. Что с Катиным пятаком произошло? Сейчас буду его мыть и вам, конечно же, показывать. Ладно, сейчас я все это достану из нашей кашицы, из нашего вот такого вот на внешний вид неприятной субстанции. И покажу уже, когда достану. Так что ладно, подождите. Итак, ребята, достал я монетки, и они у нас находятся вот в таком вот внешнем виде. Как вы видите, на них вот именно остатки нашей вот супер чистящей. Опа, отлепил. Остатки мыла. В общем, чтобы снимать, и вода у меня здесь вот в баночке горячая, ну как горячая, теплая. И щеточкой прохожу, снимаю именно этот налет мыльный. Заодно осуществляем чистку. Чистку монеты при помощи зубной щеточки. И так делаю с каждой монетой. С каждой монетой. Затем все монетки достану. Протру тряпочкой. И вам покажу. Хочу сказать, что после второго дня некоторые монеты уже бодрые, и уже можно их вытащить. Смотрите, помните, какой был пятачок? Все шершавые поверхности потихонечку сходят. Потихонечку. И здесь, к сожалению, наверное, мыло все-таки не справится. Но посмотрим, у нас еще впереди несколько дней. Так что не буду сразу подводить вердикт данному пятаку. Но все же это средство идеально подходит к монетам с неровной патиной и загрязненностью, которая не является окислами, болячками так называемыми. Сейчас я это все дело вне эфира также почищу, промою и покажу вам в макросъемке, что у нас уже получилось. Так что вам, я думаю, будет любопытно после второго дня, что происходит с монетами именно данного мыла. Итак, ребята, в общем, мы достали наши монетки, помыли их еще раз в чистой воде. И, в принципе, потом, после того, как я их просушил, вытер насухо тряпочкой, я прохожусь щеточкой. Латунной. Да-да, латунной. Ну, и, в принципе, можно и стальной, потому что такие мягкие щеточки, они как бы сам металл не царапают. Это однозначно, я уже это проверял. Вот, но все равно рекомендую хорошие монетки чистить именно латунной. Кто-то говорит, что эта латунная щеточка
просто напыление латуни. Сама стальная. Но нет, это самый настоящий латунь. И чуть позже, в конце, я вам покажу именно с магнитом. Вот у меня магнитик. Оторвал несколько волосиков. И магнит не магнитит их. В общем, после того, как я монетки высушил, они, в принципе, выглядят уже некоторые бодренько. Я их щеткой прохожу, снимаю с них белый налет, который образуется. Даже если повторно я их помыл при помощи воды, они вроде выглядят хорошо. Но когда просыхают, на них появляется вот такая вот белая такая, знаете, структура. Это у нас проявляется поверх металла стеарин. И он, в принципе, нам не нужен. Мне это не нужно. В принципе, вот эта монетка, как я вижу, она уже как бы готова. Ровный слой патины, очагов загрязнения нету. И я считаю, что данная монета после второго дня чистки уже готова. Сейчас я вам покажу все монеты, в каком сохране у нас сейчас они имеются. То есть поближе. Камеру поднесу и в макросъемке вам продемонстрирую итог второго дня. Итак, ребят, второй день чистки монет. Сразу хочу вам показать, что пятачок в каком состоянии. Это, наверное, самая будет долгая монета. Я ее забросил как эксперимент. Нарост был ужасен. Очень ужасен. И я его забросил. Но мне больше интересует сам эксперимент по поводу того, что окислов на других монетах сильных не было. Они просто были грязные. На них были небольшие такие, знаете, неровности патины, кое-где проглядывалась зеленка неровная. И мы хотим всю неровную зеленку удалить, чтобы монеты были родные. Родные в каком плане? Чтобы была коричневая патина, шоколадочки. В общем, многие монеты уже подходят к своему завершению. Например, несколько было деньги. Вот деньга, в принципе, уже подходит. Пару дней, и она будет не просто шоколадка, а конфетка. Некоторые монетки, вот, например, николаевские, они тоже как бы подошли, но цвет патины у них совсем другой. Не шоколадный, а с такой зеленью. Монетки как бы почистились. Их можно убрать и законсервировать. Но консервацию, ребята, пока не торопитесь. Когда вы чистить будете этим способом, консервировать не торопитесь, потому что после этого метода может проявиться стеарин. Причем проявиться по несколько раз. Это вещь, которая внедряется в структуру металла и впоследствии может выявляться. Как вы видите, я вам показывал на одной из монет. Вот, кстати, на обратной стороне монеты, вот видите, белый гурт. Это вот проявление того самого стеарина. На каждой монете, на гурте, видите, да? Вы думаете, это мыло? Ну, можно сказать, и мыло. Но это у нас стеарин. Все это я снимал при помощи тряпочки. Гурты были чистые, но потом проявляется стеарин. Аверс, реверс проходил щеткой. И удалил этот стеарин, вот, чтобы я вам показал результат чистки. В общем, второй день чистки меня тоже устраивает. Вот, к сожалению, борется с зеленкой очень тяжело. Но я вам сразу сказал, что этот метод, чтобы чистить легкие монеты. То есть мыло, предназначенное для щадящего способа чистки, сохраняя при этом родную патину. И мы тем самым этим будем заниматься в течение недели. И каждый день я вам буду демонстрировать эти все монеты, в каком внешнем виде они у нас будут в следующий раз, на третий день. Так что вот так вот, второй день. Кстати, хотел вам показать именно вот что. Кто-то у меня просил и говорил, что щетки у меня стальные, просто напыление латунное. Магнит. Видите, не магнитит эти волоски, не магнитит. Так что человек, который меня критиковал, что
Щетки на самом деле у меня стальные? Нет. Одна из щеток у меня латунная, а другая стальная, без всякого напыления. Вот такие вот латунные. Нежные и мягкие. Даже можно зубы чистить, ребят. Шучу, конечно. Ну что, ребята, погружаю я наши монетки уже в третий раз. Завтра мы будем с вами доставать их. И будем смотреть результат третьего дня. Кстати, напишите в комментарии, как вам именно такой проект. Каждый день достаем и смотрим на результат моих чисток. Вам, наверное, кому-то будет это нудно, но кому-то будет познавательно. Так что продолжаем третий день чистки. Итак, ребята, ну что, посмотрели второй день чистки. Завтра будет третий, послезавтра четвертый. И так до такого состояния, когда нас монеты будут устраивать. Очень будут красивые. Не знаю, сколько потратить еще на это времени. Может быть, неделя, может, две. Но факт в том, что я вам хочу показать, насколько интересен этот метод. И этот метод чистки необычным мылом. Все, как бы говорят, мы чистим мылом, хозяйственным мылом. Но я решил сделать эксперимент и вам показать более интересный, более быстрый метод тоже чистки мылом. Так что смотрим третий день. Будет интересно. Я надеюсь, результаты нас порадуют лучше, чем во второй. Смотрим. Да, ребята, забыл совсем вас попросить. Если вам интересен мой канал и вы в первый раз попали на него, то, чтобы не пропустить следующее интересное видео, которое связано с чисткой монет, скопом, с поиском кладов, шуфов, разработку в сталке, обязательно подписывайтесь, ставим колокольчик, и вы будете всегда первыми на просмотре моих новых выпусков. Так что выполняем эти условия бесплатно, ребят, и будете смотреть интересный контент. Так что на этом все. Ждем завтра.